Дима, Лавада. Поход к солнцу. Поход к солнцу не обходит ни матерей, ни детей. Люди обрекаются даже за чувства и возраст. Теперь возраст всех людей не достигает и 40 лет. Прошло 30 лет или 30 циклов после катастрофы. В мире осталось менее 1 миллиона человек. Название Союза стало МОВЖЗ, Межконтинентальное соединение по выживанию жителей Земли. Все общество разделилось на фракции по назначению. Низшая фракция – изгои. Либо служат старшим фракциям, либо отправляются под солнце. Вторая фракция – фракция рабочих. Фракция, обеспечивающих остальное население провизией, либо материалами для процветания общества. Третья фракция – фракция науки. Обеспечивает наблюдение за тепловыми вышками, либо создает и восстанавливает климат Земли. Четвертая фракция – фракция Совета. Руководит всеми фракциями, главенствующая над всеми. Пятая фракция. Также фракция Сената решает, кто отправится под солнце, кто нет. В обществе введены особые законы, правила, по которым живут все, без исключения. За нарушение этих правил человек отправляется под солнце. Первое. Нарушать поставленные правила производства. Нарушать состав продукции. Отступать от общепринятого ГОСТа. Нарушать поставленные советом указы, направленные на общество, либо на определенных людей. Прерываться на темы, отступные от производства, либо помощи обществу. Выражать чувства и эмоции. Чувства и эмоции приветствуются только по теме того, что производится, либо дома, в кругу собственной семьи. Поход к солнцу является наказанием за любую провинность, за отступление от правил, либо непослушание совета. Люди, которые хотели бунтовать, больше не существуют на этой планете. Все сломлены и двигаются в ряду с обществом. Люди окончательно перебрались из-под земли в наземный город. Население растет.